Опять кафе. Так, это гитара Амбассадор Аарона Льюиса из Стейнда, кстати. О, красавчик. Так, окей. Что тут есть? Стивен Стилс. Я не знаю, что это за ребята. С росписями. To Hard Rock Boston, Sex for Always, Keeping It About The Rock. Окей. Так, что тут еще есть за гитарку у нас? Saturday. Или там Истон из The Cars. Просто взял и свою гитару здесь оставил. Красавчик. The Cars. О, за Джой Берри, за The Streets. Странно, не гитара вообще-то. Размарал, Джиннис Роллс. Грейт, да. Балалайка какого-то странного чувака. Так, нужно бас найти. Ого, там тарелок, весь бар в тарелках. Так. Ой, надеялся, наконец-то бас будет, нет. Это Дэйв Амато из Рио Спидвэгон. Не знаю, кто это такой. На Фендере парень играл, молодец. Ой, какой стратокастер там есть красивый. Так. Билли Сквайр. Билли Сквайр, да? Мэри Пойн. А, тут есть еще целая кафешечка. Ох ты, боже мой. Что? Саксофон или что? А нет, это не саксофон. Это гитарка все-таки. Так, что тут еще есть? Эрик Клаптон. I scared one of the most successful guys. Эрик Клаптон, даже я слышал про Эрика Клаптона, но не помню, кто это. Rolling Stones, Cheap Trick. А? Я снимаю просто это все. Mm-hmm. Просто снимаю это все. Можешь меня сфоткать? Сейчас, давай ты снимай, а потом сфоткаю, хорошо? Стратокастер. Nice. The crew's members of Motley Crew signed his guitar after the performance в 2006 году. Гипсоничек тут, держи и все. The Who, The Who. На гипсоне играли. Quack, 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 quack. Так. Funeral for a Friend, Trice. Кто эти ребята вообще? Надо будет взглянуть хоть. Играют они на хороших гитарах, ничего не скажешь. И отдают потом их еще. Hard Rock Cafe. Мне показалось, я видел где-то здесь. А, так а тут есть еще отдельный зал, в котором сцена. И, наверное, будут люди играть. Прикольно. Так. Ван Хален. Эдди Ван Хален, да? Странно, у него гитара была, хочу сказать. О, тарелки. Ой, сколько тарелок. Как же мне жалко было столько тарелок здесь. Это дорогая стена. Выходит. Так, и что здесь? The Grateful Dead. Кто эти люди? Кто играет? Не знаю. Так, Джимми Хендрикс. Джимми Хендрикс. Да, одежда Джимми Хендрикса. Стоит теперь
О, наконец-то хоть кто-то бас безладовый, замечательно. Красивый, блин, варвичек. Просто замечательный варвичек. Смотрите, есть ли у него там сверху лады или нет, потому что отмечены они. Они, походу, отмечены, 5-7, ладно. Джек Брюс Скрим, отлично. А чей это? А, Джек Брюс из Скрима, ладно. Сценочка. Что мониторов больше, чем комиков. МПФ стоит. Куча мониторов. Странно. О! Чьи-то сиськи надо. Надо снять хоть. Ха. Бритни Спирс. А, нет, Шакира. Шакира. Ха. Отдала. Shakira donated more than 20 custom-made stage costumes to the Hard Rock Meme. Вот так вот. Shakira. А это, наверное, кто-то выступал, и это их заметочки какие-то, я так думаю. О, Мадонны, труселя. Труселя Мадонны. Infamous gold compasses stage costume become a culture like an indescribable. Так вот. Ну и так выглядит сцена, когда ты стоишь и выступаешь в Hard Rock Cafe. Хм. Неплохо, хочу вам сказать. Света только многовато в глаза. Ну я вот это оторвался бы с удовольствием. Маппекс барабанщики. Эванс. Хорош, хорош. Надо бы еще бас-гитарок здесь найти. Да. О, а чей это синий костюм, интересно? Дэвид Ли Росс. Ван Хален. Velvet Revolver. Где они такие гитары берут? Посмотри на них. It's used by Dave Kusher at the very first full-length Velvet Roller show at Roxy. Хорошо. Velvet так Velvet. Окей. Так, hi. Good, thanks. Not much basis today. Хорошо. Майкл Темпеста. Да, отлично. А? Танцуем. Надо что поесть. Энди прибыл. Да. Да, на улицах.